Председатель Сената посетила Муйнакский, Турткульский и Берунийский районы Каракалпакстана. В центре внимания социально-экономическое развитие территории, актуальная ситуация на местах, изучение и решение проблем жителей, поддержка женщин. Председатели Сената Республики Узбекистан и ЖКРГ КНС Республики Каракалпакстан посетили Муйнакский район. Он сегодня изменился в лучшую сторону. И это за каких-то 4-5 лет. Гости ознакомились со строительством инновационной школы и созданными условиями в детском лагере отдыха «Белый пароход». С 2018 года здесь начали создавать так называемый «зеленый покров». Саксаул высаживается в осушенном дне Аральского моря. Глава Верхней палаты ознакомилась с деятельностью созданного штаба лесников и процессом по посеву саксаула. Пользуясь случаем, провели акцию «Орол Гамадат», в ходе которой лесникам были переданы продукты питания и одежда. Прошла и концертная программа. Музей экологии встретил гостей экспозиции юных художниц и дизайнеров. Здесь же на один день Муйнак стал центром красоты и изящества. Речь идет о смотре-конкурсе настоящих талантов в фестивале «На фасад 2021». Следующий адрес – производственное предприятие «Муйнок Текстиль». Состоялась и встреча с представителями малообеспеченных и многодетных семей, внесенных в женскую тетрадь. Сегодня в нашем Муйнаке большой праздник. Культура начинается с Муйнака. Это слова президента. Подтверждением тому является и организованный фестиваль. Сейчас Муйнак другой. Он изменился в лучшую сторону, что, конечно, не может не радовать нас, жителей. На этом фестивале каждая из мастериц продемонстрировала свою уникальную коллекцию. Мне кажется, что на сегодняшний день девушки из Муйнака самые счастливые. А это уже Берунийский район. Первый пункт. Аульский сход граждан Алтынсой. В данной местности в конце 2020 года Государственным таможенным комитетом установлены фильтры для получения чистой питьевой воды. Это была одна из важных проблем жителей данной местности. Состоялась встреча и с населением. У каждого была возможность обратиться лично, после чего многие проблемы решались на местах. В молодежном центре Берунийского района прошла встреча с группой женщин-активисток. Здесь малообеспеченным женщинам и женщинам с особыми потребностями были вручены сертификаты об оплате первичного взноса на жилье. Ну а женщины, включенные в женскую тетрадь, получили швейные машины и мини-печи. Посещение в Турткульский район началось с открытия центра обучения профессиям «Динурджоб». В нем обучаются 10 видам профессий. Переподготовку проходят 135 человек, не имеющих постоянного места работы. Помимо прочего, получить новую смогут и лица, включенные в железную, женскую и молодежную тетради.